Здравствуйте. Христос воскресе. Воистину. Мы в прошлой передаче начали глобальнейшую тему раскола, к которому подошли на протяжении наших 30 с лишним бесед. Вот. Тема колоссально интересная и сложная. И хотелось бы, вот у меня всегда вот с этим с расколом возникало такое ощущение, как так получилось, что вот эта вот Русь, древняя Русь, вроде благочестивая, вроде, ну, относительно так благочестивая, скажем так, несмотря там на всякие небольшие ереси, а скорее всего искания русских людей, даже не ереси, а искания. Вот. Все-таки народ был верующий, глубоко верующий. И почему? И народ был очень патриотичен. Ведь очень многие в своих документах историки иностранные отмечают, что русские люди, когда попадали на невольничные рынки, они очень мало ценились. Не из-за того, что они были плохие рабы, они сбегали больше всех. То есть казачество. Каждый русский человек стремился на родину обратно, потому что в крови было, надо вот на своей святой земле умереть, по крайней мере. Где родился, добраться, там да. И пригодился. И как получилось, что после 17 века люди стали разбегаться из родной страны? Это что, какой вот глобальный поворот, переворот вот в мозгах надо было произвести, чтобы русские люди стали так ненавидеть государственную систему, что начали разбегаться? Вот в чем, по мне кажется, глубинный смысл вот этого раскола. Вот на эту тему вот мы постараемся как-то, наверное, на протяжении ни одной передачи не разговаривать. Да, глубинный, очень глубинный вопрос, очень глубинный. Я бы сразу же не ответил вам немножко некоторыми словами. Дело в том, что реформа имела две стороны. Первое, это была, конечно, обрядовая вершина айсберга, которая заключала с собой определенные, ну, священнодействия, в некоторой степени даже превращавшиеся в такую, знаете, в церковную магию, определенные магические действия, которыми сказалось, что вот именно они являются спасительными, являются необходимыми и важными для человеческого спасения. А вторая, вот вы затронули самую верную, самую тонкую грань. Дело в том, что в каждом народе, в его момент возникновения патриотизма, перехода от средневековья с его феодальным божественным правом к пониманию национальности, этноса, народных интересов, уже не просто интересов местного герцога, барина там, а вот именно возникновение централизованного самодержавного государства, в котором уже нет баронов, которые могут противостоять королю или там свергать его с престола, а самодержавие становится мощным и сильным. Для власти централизованной необходима государственная национальная идея. И столкновение между народами уже начинается не на уровне сараев, коровников и выяснения там родства, кто будет постарше по лестничному праву, а возникают моменты, ну, может быть, по полного, тотального уничтожения, геноцида и прочие такие вот интересные понятия, которые мы сейчас уже в 20 веке понимаем. Так вот, затронула эта реформа и идею национальную, идею патриотическую. Необходимо вспомнить, что все к этому моменту уложившиеся еще со времен митрополитов Ивана III, со времен более ранних митрополитов, уложились идеи о избранничестве русской земли. Москва, Третий Рим. Да, Москва, Третий Рим. И не просто избранничество, а
особого миссии духоносной, которую должна совершить Русь. Должна совершить Русь в славянском, да и вообще во всем православном мире, да. Да, и вообще во всем мире, что нужно нести вот, вот эту идею Христа. И это была незыблемая идея. Когда возник раскол, и когда возникли противоречия такие серьезные, стали возникать сомнения, Жень, в этом. И первый раз появились противоречия внутри этноса, внутри стаи. Вот представьте себе, что одни волки хотят говядину есть, а другие свинину. И у них между этим поем возникает противоречие, куда же идти, в коровник или в свинарник. И получается, что возникли эти противоречия серьезные внутри уже человеческого сообщества, которых до этого, по сути дела, никогда не было. Были противоречия, кому какой огород принадлежит, кто деньги должен собирать и прочее, прочее, прочее. А вот церковный авторитет духовный был непререкаемый. И с возникновением противоречий между самими попами, с возникновением противоречий между самими раскольниками, и ну, Бог их знает, я считаю, и тех, и других раскольниками. Нельзя говорить, что Никон был официальная церковь, а старообрядцы – это раскольники. Неправда. Они обои приняли активное участие в этом действии и равнозначно, я считаю, с моей точки зрения, равнозначно повинены в расколе русской духовности, именно русское понимание русской духовности. Ну а теперь перейдем к причинам. Во-первых, у нас не было никаких школ. Мы ничего не дали православию. Мы ничего православию не дали. Если наш источник Византия. Там тысячи и тысячи великих разных богословов, начиная Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий, например, там это самое, великие исихасты, великие святые, там 6-7 век, соборы вселенские. Ну, и сейчас перечислять можно там от Симеона Нового Богослова, Григория Нового, там, Василия Нового, Ефрема, Исаака Сирина, Ефрема Сирина. Ну, можно перечислять очень много таких имен. У нас были великие личности, но они были великие своими поступками, а богословов у нас было очень мало. И у нас не было своей школы, поэтому мы воспринимали все греческое как всесовершенную данность. То есть вот греческое это было, значит, уже святое. Более того, у нас была только духовная сила, внешняя такая. Внутренней богословской школы не было. Внутренней богословской школы. И поэтому Русская Православная Церковь со своей идеи мирового мессианства, хорошей идеи, доброй идеи, причем воистину действительно добрыми какими-то такими мыслями, она не имела твердого основания под собой. Почему? Потому что должны эти добрые идеи нести миссионеры, а миссионер не может быть безграмотным. Если миссионер не может нести с собой, вот как Кирилл и Мефодий, знания, то он превращается в колдуна местного, которому ходят как шаману за лекарствами, за помощью ловли оленей, там, при борьбе с вредителями сельскохозяйственными и все остальное. Богословскую идею он с собой не может нести, потому что он неграмотный. Он может примитивные какие-то вещи сказать, но когда он натыкается на другую религиозную систему, противостоять ей он не может. То есть, ну, хорошо с простыми какими-то людьми, которые не задают богословских очень острых вопросов, ему просто, ему хорошо, он отвечает на какие-то примитивные вопросы, но если встречаются на его пути какие-нибудь другие религиозные деятели с другими воззрениями, он не способен дать им адекватный ответ в споре. То есть его уже начинают рассматривать как человека, который не может защитить свою веру, не может защитить. И вот так многие из историков пишут, что все причины раскола первейшие лежат в том, что у нас не было своей богословской школы, которая бы просто по наехавшим грекам, в то время о которых мы в прошлой беседе рассказывали, дали бы свой русский ответ обыкновенный.
объяснили, что да, у нас сложилась традиция креститься двумя пальцами, петь вот так, бить вот так поклоны. Ну и что в этом страшного? Это был бы правильный ответ. Тут нет совершенно ничего какого-то вредного спасения. Если думать, что три поклона или два поклона имеет какое-то значение в очах Божьих, то это смешно, потому что на самом деле внешняя обрядовая сторона к духовному внутреннему миру и спасению не имеет практически никакого отношения. Здесь нужно обратить внимание на интересный момент. Мы сейчас как бы отойдем вот от исторической такой последовательности, а будем просто рассматривать причины раскола. Будем рассматривать его, о чем же спорили эти люди. О чем же спорили вот люди, жившие в то время? Что им не понравилось? Почему одни заняли такую позицию, другие заняли такую позицию? Дело в том, что к этому времени эти патриархи, тот же самый Паисий, о котором мы в прошлый раз говорили, который возвеличивал Алексея Михайловича, хвалил его всячески, называл его новым Моисеем там и прочее, все остальное, они сформировали идею грекофильства, любви к грекам. Потому что все, что мы получили от греков. У нас ничего другого не было, своего личного. И вот у Алексея Михайловича, ему понравилась очень идея о том, что он станет царем всей земли, и что в его власти будут там вплоть до Константинополя, и он будет там наместником Божьим на земле. И, видимо, знаете, как говорят, если хочешь, чтобы человек тебя слушал, говори о нем, об этом человек, хвали его. Он будет тебе, она будет очень внимательно тебе прислушиваться. Если ты его будешь говорить о себе, то он не будет, ему неинтересно будет. А вот если о нем, то будет на тебя обращать большее внимание. И действительно, они пробудили и в Никоне, и в Алексея Михайловича пробудили вот эту любовь к грекам. Причем любовь невзвешенную, неоцененную. Дело в том, что греки сами к этому времени колоссальные. Некритичную, да. Греки к этому времени колоссальнейшим образом сами изменились. И мы в прошлый раз говорили про тунзурки, вот эти на лысинах, которые брить стали, волосы отпускать. Это все турецкие в виде, их считают православными традициями, что это православная духовность. Длинные волосы заставили греков отпускать, как турецких чиновников. Чиновник греческий, греки брились, и у них были бороды, но они волосы коротко стригли. А волосы длинные их заставили отпускать турки. Это была принадлежность к власти турецкого султана. И также лысины, которые брили танзурки у нас, брили до Никона, оказывается, как и у католиков, выбривали танзурочки. Гуменцо, так называемое, на макушке выбривалось. И когда мы столкнулись с тем, что к нам начали ехать один за другим всякие греческие митрополиты и патриархи, у нас не было им чем отвечать на их вопросы, которые они задавали. Мы не могли дать им нормального, вразумительного богословского ответа. А что произошло? А произошло то, что павшая Константинопольская церковь, разграбленный, рухнувший Константинополь, превратившийся в Стамбул, за несколько столетий, буквально там вот 14-15 века, очень сильно реформировались, колоссально подстраиваясь. За 200 лет. Еще и уния вдобавок флорентийская. Они очень подстроились под новые обстоятельства, под властью нового османов. И получалось, что между русской церковью и греческой появилось действительно много мелких, незначительных обрядовых различий. Но это были не исторические различия, а вот только вот эти вот, которые возникли под влиянием изменения типикона последние вот там 100-200 лет. А на самом деле вот те древние традиции, более давние тысячелетние традиции, они никак не противоречили ни в чем православию. Ни в чем, потому что у греков было все. Русскому-московскому православию. Да, русскому-московскому православию, да.
У греков за 1500 лет было все. У них было и двоеперстие, и троеперстие, и пение сугубой аллилуйи, и тригубой аллилуйи, и поклоны так, и поклоны по-другому, и монастырские уставы, и такие для мирян уставы, и устав Иерусалимской церкви типикон, и Константинопольской церкви типикон. И они все понемножечку различались. Они не имели значения для спасения. Но русофильство, грекофильство, возникшее в Никоне и Алексее Михайловиче, родило в их голове мысль о том, что мы должны быть во всем подобны грекам. Но что это за идея мировой демократии? Что это за глупость такая? Это полнейшая поповская безграмотность. Никон сам 10 лет на приходе просидел и увидел как бы вот грубость народа, увидел вот это вот то, что было, тяжесть жизни вот этой темной такой, знаете, когда приходится каждую копейку, каждый грошек зарабатывать своим тяжким трудом в деревне. И вот он впитал в себя не духовность, а книжность. То есть вот он поначитался там типиконов, и он считал, что именно в них, именно в этом и есть вот то самое главное, первая часть марлезонского балета. То есть вот это было для него главное, и он поэтому воспринял различие, которое началось с сверка книг. Помните, мы говорили, началось оно еще при Петре Могиле. Он требовал сравнивать тексты. Я потом скажу. Потом уже, даже еще раньше. И потом при уже Алексее Михайловиче сверка вот этих книг, этот Паисий, который приезжал, и до него, еще начиная от патриарха Иосифа, о котором мы с вами говорили, вот эти сверки источников начались еще у них. Еще к этому сыграло большую роль одно событие. В 1640 году на Афоне сожгли много очень московских печатных книг, обвинив их в источнике ереси. Хотя ереси там не было никакой. Были просто незначительные опечатки в текстах, которые приводили в различиях в обрядах. Принципиальных богословских различий не наблюдалось никаких. Только обрядовые. Что такое обрядовые? Ну, как креститься, как молиться, как кланяться. Движения, какие-то физические, материальные движения. Но о духовности, о богословии не было ни одного слова. И когда пожгли эти книги, то было на это по этому поводу мнение Константинопольского патриарха, который осудил это и говорил, что это неправильно. Хотя называли, что многие ошибки действительно там присутствуют. Но называть эти книги источником ереси и сожжения не было смысла. Но это дошло уже в 1652 году, когда Никон стал патриархом через 12 лет. Идея эта дошла до Москвы о том, что вот, значит, вот что-то там есть очень нехорошее, что-то есть нечестивое. И буквально через, там, в течение, после 2 года, в 1655 году, Никон отправляет после первого уже собора 64-го года, потом 54-56-го, Никон отправляет патриарху Паисию 27 вопросов. Это вот 27 вопросов, это как раз именно те моменты, в которых возникли смущения о различиях между московским православием и греческим константинопольским православием. И вот удивительно, как можно, вот я всегда говорю, что решение принимает тот, кто пишет «возбудить уголовное дело». Потому что он может также написать «не возбуждать», там, «не вижу основания», может написать «вижу основания». То есть человек, которому делегирована власть. И в зависимости от своего внутренней симпатии или антипатии, в зависимости от того, может быть, взятку ему дали, какую-то заинтересовали человека, он может и так написать, и эдак может написать. И принять решение совершенно противоположное. И также и здесь, на этом, вот эти 27 ответов прочитал Никон. Никон, Паисий хотел одно написать, а Никон прочитал другое. Но я не буду все перечислять 27 этих
вопросов, но самое главное, вот он такой вот для примера приведу. Никон очень серьезно спрашивал так, там, если ногу отрубить, если руку, значит, отрезать. А Паисий был очень мягок в своих ответах. И когда Никон спрашивает его о двоеперстии и троеперстии, то Паисий слукавил. Потому что, когда он должен был ответить Никону просто, что и так было, и эдак было, и разницы нет никакой. Потому что католики вообще ладонью крестились всегда, а в Карфагене и в Эфиопии крестились. Кто у нас Паисий, по-моему, патриарх Паисий Константинопольский. В этот момент был Константинопольским патриархом. Да. Это был один из тех, который напевал Алексею Михайловичу о том, какой он будет владыкой мира. Да, да. И эта вся вот зараза, попавшая Никону в душу, в сердце, она не позволила ему правильно прочитать. Что написал Паисий? Паисий написал, что от веку у нас были разные обряды, и они не имеют отношения особого к спасению. Но все-таки лучше, чтобы было у вас так, как у нас. Вот, потому что мы вам церковь-мать там и прочее, все остальное. И он дал такой хитрый греческий ответ. Вот такой, знаете, все о всем и ни о чем. Вот много-много-много слов, которых мало смысла, но очень красиво написано. А Никон, как мы в прошлый раз с вами говорили, принял решение, пропала вера, пропала церковь, все, то есть нету других вариантов, и по-другому подойти невозможно. И он себе воспринял вот этого Паисия как сторонника этого раскола, сторонника этих реформ. Хотя Паисию было глубоко пофиг. И он хотел только, ну, немножко, может быть, там что-то показать свое учительство греческое. А Никону это была идея точно сделать все как у греков. Вот у нас должно было быть все одинаково, и никаких различий между нами быть не должно. Я вижу в этом первое предательство вот духовных, российских духовных национальных интересов. Это прямо самое активное первое предательство, такое же, как и совершилось потом в 90-х годах, когда нас стали убеждать, что вот там все на Западе правильно, все очень хорошо, там все прекрасно живут, у них соблюдение прав человека, у них честность, у них любовь к добру, к справедливости, идеальные законы, а у нас все плохо, у нас только негодяи, убийцы, воры, насильники, советская власть преступна, да. То есть вот навязывание лживых идей, я еще раз повторюсь, в мире нет ничего абсолютно доброго и нет ничего абсолютно злого. Все всегда перемешивается такими причудливыми иногда узорами, что невозможно разобрать, где добро, где зло. Невозможно, получается два зла, и между ними и то зло, и другое зло, и между ними еще и выбрать надо, какое зло меньше, какое зло больше. И это такие узоры, перемешивание этого всего, они в 90-х годах нас убедили в том, что мы вот хуже нас, нет ничего больше на белом свете. И только сейчас мы начинаем потихонечку понимать, как нас круто обманули, что это все на самом деле неправда. Но мы это просто не понимали, мы тогда были еще молоды и были простыми людьми. А вот как нас хорошенько предали люди, находившиеся в то время на вершинах власти, мы только сейчас понимаем, что они сделали с нашим народом и в какую бездну они его кинули и каким испытанием они подвергли наш народ. Вот здесь то же самое было. Вот предать все русское и сказать, как хорошо все у греков и как плохо все у нас. И как плохо все у нас. И эта идея расколола умы, расколола сознание человеческое. Причем очень болезненно его расколола, вплоть до ненависти. Понимаете, это вот, ну что я буду вам много рассказывать, вот вы соседи, да, попробуйте дружить хорошо с соседями. Мало кто умеет дружить со своими соседями в доме, в котором живет. Мало кто знает их, этих соседей. Это очень большой труд уметь. Надо понимать. Да, надо уметь понимать, да, интересы друг друга понимать.
А обычно постоянные конфликты. Вот это легче всего. Враждовать и конфликтовать, это легче всего. И причем пытаться показать свою, там, доминировать силу и власть свою показать, не обращая внимания на другого человека. Так вот, значит, вот патриарх Никон прочитал, в общем, патриарх Никон — это книжник. Вот ему дали типикон, он его прочитал и пошел бить поклоны. Мне кажется, он действовал как классический средневековый исихаст. Да, да, даже вполне может быть вот и так. Да, где-то, да, вот где-то, да, из этой области. Но мы уже говорили с вами, это что... тоже слово «тафор». Почему я сказал, что такое книжник? Вы помните из Евангелия: книжники и фарисеи. То есть, что они делали? Они жили как хотели, но вот то, что написано, надо было выполнить. Вот это вот по пунктам. Там помыть руки, поесть после обеда кукурузы, ночью до 3 часов ночи не спать. Ну а там можно было грабить ближних и делать все, что хочешь. То есть фарисействовать, делать то, что книжников написано, исполнять, а саму букву, сам дух, значение духовности можно было отодвинуть на 10-й план. Бог может подождать и до понедельника. И вот Никон был ярый книжник. Это фарисейство самое настоящее. А Паисий был богослов. И вот Паисий, вот ему сошлись богослов и книжник. И не поняли друг друга совершенно. На расстоянии. Они не поняли друг друга совершенно. Один хотел сказать одно, другой понял другое. Это просто было цыганский телефон, поломанный цыганский телефон. Радио такое сарафанное, когда... Ну, мысль ускользнула, а осталась только форма одна. И вот эту, за эту форму схватился Никон. За эту форму, причем схватился за нее мертвой хваткой. Да, вместе с Алексеем Михайловичем, который к нему прислушался в этом моменте. Тут один мне бывший болотнинский секретарь райкома комсомола. Болотный — это у нас район. Да, район. Да, как-то втирал мне идею о том, что Никон был духовным руководителем у Алексея Михайловича. Неправда это. Вот боярин Морозов был духовным руководителем. Ванифатьев, да. А Никон — это был патриарх времен Алексея Михайловича. Вот так будет говорить правильно. Поэтому это пусть старые комсомольцы не лезут в церковные дела. Они, блин, до сих пор еще лезут. Историю давали упрощенно. Да, конечно, примитивно. Ну вот, что, значит, давайте притронемся к тому, о чем же они тогда спорили. Вот мы как бы все это знаем с вами, да, про историю прошедшего раскола, все мы знаем. Вот давайте задумаемся, о чем спорили тогда эти люди? Что было у них главным преткновением? Ну, во-первых, притащили в Сакос митрополита Фотия. Помните, митрополит Фотий, притащили его Сакос. Почему? Потому что на его Сакосе было вышито символ веры. И начали справу вот это, потому что везде в разных книгах переписчиков то одна буква была лишняя, то две, то слово даже вставлялось. И вот принесли вот этот, что такое Сакос, это такая... длинная одежда, похожая на такую ночную рубашку, но только из парчи. Может быть, шитая золотом и серебром. Ее одевают высшие церковные чины на богослужении. Так, рядятся, будем говорить, украшаются. Так вот, этот сакос, на нем был в древности вышит древний символ веры. Начали сличать. Ну, это патриарх Никон, я имею в виду, конечно. Причем так золотом было вышито, что весил он... пуд 16 килограмм. То есть это еще надо было быть здоровым человеком, чтобы носить такие на себе кольчуги. И вот, наверное, стрела не пробила, если бы попала. Вот. И значит, там было что? А там было несколько таких вот важных моментов. Что там было? Там было буквы... Вот, например, было и слово «Иисус» писалось с одной буквой «И». «Иисус». А так как по-арамейски звучит «Иешуа», то получается «Иесус». И по-гречески звучало, была сдвоенная буква, то есть должно было быть «Иисус». И потребовали первым делом изменить это слово под титлом. То есть писали «Иисус», но сверху писалось такое титло,
такая специальная скобочка, подразумевавшая, что там еще одна буква И, Иисус. То есть это чисто исходя из греческой грамматики. Да, чисто исходя из греческой грамматики, это совершенно не имеет никакого значения. Если мы с вами сейчас начнем переводить какие-нибудь американские слова, Тецкаткоатли, или, например, там, да, Тетначитланы, или, например, выяснять, как правильно Монтесума или Монтесуома правильно звучит, то мы узнаем, что мы совершенно бараны и неправильно вообще произносим эти все слова. А на самом деле они будут звучать совсем по-другому, не так, как привычно нашему уху. Но вот уперлись в эту букву, и она сыграла колоссальнейшее значение. Потому что в умах некнижных людей и простых получалось как «Господь наш» и «Иисус Христос». Вы поняли, как получилось? Mm-hmm. То есть было «Господь наш Иисус Христос», а получилось «Господь наш и Иисус Христос». То есть как бы два разных совершенно персонажа, и уже как бы Иисус Христос и не Господь. И из этого сразу же усмотрели ересь. То есть сразу появились mm-hmm. спорщики, потому что считали это богословским очень серьезным нарушением. Ну а у греков было так. А так как все были безграмотны, то начали вырывать друг другу бороды. Они не могли опереться на древних богословов, объяснить друг дружке какие-то споры. Даже как вот греки устраивали соборы, на вселенских соборах, даже на таком уровне невозможно было объяснить. Все кончалось мордобоями, выбиваниями зубов, вырываниями бород, и мы дальше потом еще там посмотрим, еще дальше пойдут. Ну, второе, что исчез союз, буква А. Было, например, написано «рожден», Господа нашего Иисуса Христа, сына, «рожденно, несотворенно», сейчас мы читаем. Им же вся быша, то есть Иисус Христос родился от Бога Отца, не был сотворен никогда, но через Него получил бытие весь мир. А в нашей славянской, в древней азбуке, в времен Кирилла и Мефодия, кто это писал? Можно подумать, что это царь Горох написал. Кирилл и Мефодий написали, моравская, переводы, славянская азбука. «Рожденно, а не сотворенно» было написано. То есть не было, вставлялся союз «а» туда, откуда-то он вот при переводах возник. Хотя действительно в греческих текстах, в символе веры, в древнем этого нет. Но это не имеет никакого значения. Ну хорошо, я взял кастрюлю, а не миску. Я взял миску, а не кастрюлю. Я взял не кастрюлю, миску. Запишем. Если я уберу букву А, ничего практически не поменяется. Да, но так как это были книжники и фарисеи, им важна была каждая запятая, поскольку это еще имеет один важный момент. Хотя это не совсем в тему, но все-таки есть. В конце апокалипсиса Иоанном Богословом написано, кто изменит тут хотя бы одну йоту, то есть одну букву, тот не будет иметь места в Царстве Небесном, не будет ему никогда в Царстве Небесном. Но это хоть символ веры, он не из Евангелия взят. И это уже потом было написано святыми отцами. Поэтому к нему относиться вот эта фраза Иоанна Богослова не может, потому что это совершенно другие тексты уже. Так и к букварю можно применять слова Иоанна Богослова, при желании можно применять. Это как сейчас, я вот тоже вот сидел, вчера это сгорело. «Зимняя вишня» в Кемерово у нас, вот этот торговый центр, погибли люди. Так до чего додумались прокуроры? Вот опять же, вот, чтобы вы задумайтесь только, что вот эти все торгаши организовали преступное организованное сообщество ОПГ. Почему? А они договорились обманывать пожарников. То есть не показывать им огнетушитель. Например, мы сговорились с вами не показывать пожарнику огнетушитель. Это уже организованное преступное сообщество. Представляете, как можно? Действительно. Директор магазина и замдиректора договорились не показывать пожарнику огнетушитель. И это уже так можно далеко зайти. Так можно и ослов драконами признать. Ведь они, может быть, нам крылья не показывают. Говорились между собой. И крылья не показывают. Значит, ослы — это организованное преступное сообщество. А может, у них просто нет крыльев.
А это уж не важно, они же все равно не показывают. Значит, организованное преступное сообщество, а что бы не выступить? А, так можно вообще, это как, вы знаете, Вышинский в свое время обвинительное заключение читал, как там из Перми в Москву подкоп хотели там под Сталина подкопать, чтобы взорвать советское руководство. То есть, ну так уж хотели перед Сталиным выслужиться, что придумывали... Просто небылицы придумывали. Хотя, причем, знаете, Сталин как раз был очень против этого всего. Но добрые люди у нас всегда находятся. Это свой Вышинский всегда найдется в нашем Отечестве. Вот, поэтому эти союзы, а пришлось убирать оттуда из символа веры. И бешеные собаки, которых надо казнить. Да, да. И, значит, выдумывали там такие формулировочки по поводу огнетушителей и организованной преступной группировки уборщиц в Кемерово в Зимней Вишне. Значит, потом еще изменили, было прошедшее и будущее некоторые слова в символе веры. Стояли в будущем времени в греческих текстах, а у нас в настоящем. Например, было написано, там вы тоже знаете, его же царствию не будет конца, мы сейчас так и говорим. Это так в греческих текстах. А в славянских древних текстах написано «несть конца», то есть нет, уже нет конца его царству. То есть как бы его царство наступило уже, ему нет конца, а у нас... Не будет когда-то, вот оно наступит тогда, царство после второго пришествия. Тоже, конечно, оно не имеет никакого принципиального значения, это не имеет совершенно. Это опять же вот двоеперстие, все это не имеет абсолютно никакой разницы. Но было такое вот... Ну и самой главной проблемой оказалось одно, я вам уже в прошлый раз говорил, сейчас повторюсь, вставленное одно слово. Оказалось, символ веры. Целое большое слово. Это и в Духа Святаго Господа истинного и животворящего было написано братьями Моравами. А у греков этого слова истинного нет. У них Базилес Урания, Параклит это пневматис, царю небесный, утешители, дух истинный. Пневма, дух тис, дух истинный. По-гречески звучит. И этого слова там не было. То есть, и просто и в Духа Святаго Господа Животворящего. А в славянской затесалось слово «истина». Это оказалось, я объясню вам почему. Дело в том, что братья Моравы вынуждены были многие слова делать составными в русском языке. Почему? Потому что не было слов таких славянских, как было у греков. У греков была своя тысячелетняя афинская философская школа. Они там столько слов понапридумывали, что нашим древним працам не было еще столько большого количества слов. У нас не было математики, геометрии, там прочего. А у этих уже все было. И они уже изучали небеса, звезды. И поэтому они понапридумывали таких греческих слов, которые бы это все обозначали. И вот у них, у греков, дух сразу понимается как дух истинный, божественный дух, настоящий, истинный дух-творец. А у нас такого слова не было. И пришлось... Истинный и животворящий сделать двумя словами. Разделить два слова. Потому что греческое понимание истинного и творящего весь мир духа, пневма, тис истинный, а это было, а у нас нет. И у нас так вставили вот это слово, ну для лучшего разъяснения. Оно ничего не меняет. Но кто может сказать, что он не истинный дух? Он истинный, да. И животворящий. Но вот немножко не сочеталось, несоответствие было. И вот, эти моменты в символе веры для книжника Никона послужили огромнейшей трагедией и огромнейшим препятствием. Ну а дальше второй момент – это двоеперстие и троеперстие. Значит, пальцы на руке, их 5 штук. И они символизировали собой две вещи. Троицу, Отца, Сына и Духа Святого, и два естества в Христе. Божественное и рождившееся, воплотившееся человеческое естество. Две природы, божественную и человеческую природу Иисуса Христа. И это было вот так в древности. И у греков, кстати, так же было. Вот это было две природы Христа. Божественная и человеческая природа. И ставились они вот так. Два пальца, один немножко пригибался чуть-чуть вот так
выравниваясь, и он клался на лоб, на живот, на правое плечо и на левое. Это называется двоеперстие. Кстати, наши соборы, вот в 70-м году был собор при Алексее I патриархе, который признал двоеперстие тоже спасительным и ничего греховного, еретического не имеющим. Но в то время это считалось страшным преступлением. Хотя так греки стали креститься только после того, когда их захватила Османская империя. И заменили вот то же самое, смысл заменился наоборот. Решили, вот, а вот эти три пальца, вот, три паль, вот так вот двоеперстие, а вот эти три пальца, маленький и противоположный большой палец, символизировали Троицу, Отца и Сына и Духа Святаго. Вот эти три пальца. А это две природы во Христе. Но у греков это было по-разному. В разных... Империя Римская была огромная. И в разных частях империи было по-разному. И все жевали, все было нормально. Но когда турки все захватили, они требовали, турки требовать стали единообразия во всем. И победила партия кукишников, как их называют старообрядцы до сих пор, троеперстников, которые сделали такую страшную реформу. Они вот эти два пальца стали считать проявлением двух природ во Христе. Божественные и человеческие пригнули их в ладони, тут которые были во имя Троицы. А вот эти пальцы сложили во имя Троицы, Отца и Сына и Духа Святого. То есть страшно много изменилось просто, колоссально. Сделалась замена вот таким образом. Ну и вот это щепотниками стали нас называть, или кукишниками, ну потому что на дулю похоже немножко есть, конечно. Если особенно вот этот большой палец между двумя просунуть, то будет дуля. Вместо этих пальцев, которые символизировали Троицу. Да, поменяли наоборот. Поменяли другие пальцы. Да, вот эти два пальца были вот природы во Христе, это Троица. А сделали наоборот, эти два природы во Христе, а вот это Троица. Вот все, что изменилось. История православия знает все, когда крестились одним пальцем во имя единого Бога. Как крестятся всей ладонью во имя Отца и Сына. Католики крестятся до сих пор так. И другие еще были формы, разные крестосложения на руке. Кстати, оно сейчас сложилось, оно сохранилось сейчас, именное благословение, так называемое перстосложение у священников. Вот так складываются пальцы, но они читаются уже как буквы. Вот видите, буква «И». Первое видно. Вот это буква «С». Иисус, да, священник, да. Ну, выше. Не только выше, и попы тоже так же оставляют, да. Вот это буква «Х», прямо видно, что буква «Х». Вот. И «Х», и еще одно «С». Иисус Христос. Вот такое буквенное. Ну, а чем отличается? Ничем оно не отличается, конечно. Да, тем более, что самой главной проблемой для никонян стали иконы. Потому что на всех иконах вот так благословляет Христос, да. Сам Христос вот так благословляет двоеперстием. И причем понапривезли древнегреческих икон, и там тоже было везде двоеперстие, и у греков там 12 века и раньше. И прочее. И мы можем обнаружить до сих пор во многих музеях, как это все замазывалось и пересовывалось на вот это именословное вот такое благословение. И в храмах, да. На древних фресках. София Киевская. Конечно, даже в Софии Киевской. Да, Христос Пантократор вроде, да? Нет, в Софии Киевской там Богородица, а в Новгородской Софии. Да, Пантократор, да. Именно? Именно с таким благословением. Все это замазывалось на иконах, убиралось. Также у святителя Николая очень много. Святитель Николай Чудотворец, у него тоже вот это двоеперстие было везде у него, на его древних иконах, потому что это очень древний святой, 4 век аж. Какие там могли быть у него троеперстия или там какие-то еще... Было самое древнее, архаичное еще такие благословения. И это все было, ну, крайне омерзительно, потому что считалось порчей икон. Ну, действительно, начинать там ручки отрезать, ножки пришивать, там это все перерисовывать. И, но хотели, как, чтобы у греков стало. Чтобы стало, как у греков. И вот эта идея, она попирала. Ну, представьте себе, что вот вы приехали в Якутию в кроссовках. И все якуты, плюясь, и сжигают на кострах свои анучи из оленьих шкур. И переодеваются в адидас. В кроссовке. Да, они все, они все зимой замерзнут в этом адидасе. И все умрут. Ну что, ходили в анучах-то этих-то и ходили, слава Богу. Нет, надо вот было что-то доказать, показать всему миру, что мы просветленные. Вот это безграмотность. Если бы Борис Годунов
успел университет сделать. Вот этой бы всей фигни не было. Приехал бы Паисий. Смотрите, а Иов встретили. Да, Иов упёрся. Первый патриарх наш. Ведь Борис Годунов, это самый целеустремленный такой в истории нашей государства, практически вот из древней нашей средневековой истории, предлагал, давай поставим университет обучать. Даже бы хотя бы попов, духовную школу попов, сделали. Епископов, да. И почему-то уперся Иов, не худший патриарх. Они боялись. Боялись чего? А что придут западные веяния. Западные веяния, да, потому что там реформация шла вовсю. Они боялись Мартина Лютера, что профессоры понаедут сюда разные и будут проповедовать. Боялись, что опять. Но кончилось это для нас еще хуже. Да, понимаете, можно, хуже. Да, можно бояться врачей, например, да, пока ты здоров. А потом, когда ты умрешь от инфаркта и тебе никто не поможет, то оказывается, что ты сам себе хуже сделал. И в результате остались без духовной грамотности. Да, Паисий бы приехал, вот этот Иеремия приезжал, Паисий, и бы встретили наши богословы. Они бы посидели, выпили бы, как попов принято. И все бы было нормально, тихо и спокойно. И все бы, ну, поменяли бы там типикон немножко. А получилось, что их богословы встретились с нашими книжниками, а книжники все взяли под козырек и сказали, мы теперь сейчас все переделаем, и просто начали это делать кроваво, кровавым образом делать. Так, ну про двоеперстие мы с нами, с вами сказали. Это дошло до того, что в итоге начали иконы вообще сжигать. Конечно, старообрядческие иконы стали сжигать. Да. Вообще сжигать. Но это вообще по-нашему. Мы старый мир разрушим. До основания. Книги старые, иконы. Я не зря эту песенку пою. Эта песенка, потом старообрядцы ее вспомнят в 17-м году. Так вот, значит, что произошло дальше? А также было огромное количество поклонов. Вот почему-то так на Руси сложилось. Может быть, тоже пришло от греков, но сомнительно. Потому что греки ленивые и вредные. А у нас было... Женя, неизмеримое количество поклонов. Даже сейчас оно у старообрядцев сохранилось. Чем это выражено? Подушечка. Земные. Да, поклоны. Земных поклонов, метаний так называемых. То есть падание на ниц и там на колени, и касание лбом земли. Это, как вот сейчас мусульмане тоже любят, задом станут все эти самые... Это религиозное вырвение такое, да. Да, вот эти поплавки такие, вот задом все жопом вверх станут и стоят. У нас было это огромное количество поклонов. То есть, я уже не говорю про посты. В постах, это молитва Ефрема Сирина, там в ней положено там 4 земных поклона и поясные поклоны положены там еще на чтение этой молитвы. И это все, у нас были все земные поклоны, все были метания. Это делало, в чем проблема здесь была? Служба превращалась бесконечность. То есть эти физические упражнения, они растягивали богослужение на часы, часами. Ну, пока каждая бабушка... Да, пока, да, да. А еще вторая проблема, да, проблема еще в том, что люди старенькие еще есть, и это все в храмах получалась большая давка и толчья. То есть каждому надо было хотя бы там, ну, я не знаю, квадратных 1.5 метра, чтобы ему можно было эти поклоны метания делать. Иначе все толкались, и это было, ну, очень суетно на службе. То есть это изменение разумное? Да, это было разумное изменение, оно у греков было давно. И сказали, что давайте вот часть поклонов вот эту заменим поясными поклонами, да, чтобы не было... Земные поклоны тоже остались, но часть заменили. И это во всем уставе. Это я только вот молитву Ефрема Сирина привел. Да, да, в этом тоже ничего, это совершенно ничего богословского не имеет. Совершенно никакого значения не имеет абсолютно. Ну, об этом начались тоже колоссальнейшие споры. Почему? Потому что считалось, что вот если ты сделаешь 12 поклонов, то эту жертву Бог примет. А если меньше, то нет. То есть, вот уже ты не спасаешься. То есть, если тебе 3 клизмы поставить, то уж точно будет хорошее промывание. А 2 клизмы никак. Помните, как... А 200 рублей могут спасти отца русской демократии? Я думаю, торг здесь неуместен. Моя школа, подумал Остап. Вот, вот это точно как из золотого теленка. 12 стульев. 12 стульев, да. Торг здесь неуместен. Как это называлось у них? Меча и орала. Союз. Меча и орала. Перекуем мечи на орала.
Третье, уже не имеющее немножко богословский смысл, но тоже совершенно незначительная обрядовая часть веры. Это крестные хода. Их очень любили в свое. Крестные хода придумал Несторий, патриарх Константинопольский, которого все потом в ересе обвиняли. На самом деле это все вранье. И бедный Несторий, мы проклинаем его 2000 лет ни за что. Ну, есть такие у нас тоже счастья в нашей жизни. А это он придумал жизни. Крестные. Да, он придумал крестные хода. Вот да. Сразу, мне так кажется, вот всегда вот нормальное человеческое мышление, оно все-таки по... По часовой стрелке. Все нормальное крутится по часовой стрелке. Вот мне так кажется. Ну, может быть, действительно так. Но дело в том, что вот как раз послание против солнца, хождение крестных ходов, вот это и стало вот этой главной проблемой здесь. Потому что греки ходили так, а мы ходили эдак. И стало это большой проблемой. Они как бы говорили, что мы вот солнце, это символ вот Христос, и мы как бы идем за ним. Но это уже язычество, потому что какое же солнце, какое это уже поклонение Богу солнца, получается, немножко. И можно, конечно, говорить образно, там не образно, но лучше на это просто не обращать внимания, а ходить как удобно, какая разница. Вот, например, у нас храм, вот я где служил, новогодний, он так неудобно стоял между домами, что стоял престол на север. И в какую сторону идти, выйдя из храма? Если храм не, стоит не на восток, как обычно положено, а стоит на север, в какую сторону идти? Налево, на посолонь или против солнца? Это не идти. По часовой стрелке против? Да, да, это же так и получается. Так посолонь и... По часовой стрелке это посолонь? Да, да. А против часовой стрелки? Да, наоборот, против солнца. Да, по солнцу и против солнца. Греки навязали против, да, запретили да, ходить да, по часовой да, стрелке. Да, да, да. Это считалось, что как бы некие языческие старые обряды вот сохранились там и прочее. А знаете, я стали... вам чуть-чуть, если можно, перебью буквально на 2 секунды, как старый опытный строитель. Когда вот есть такие методики, знаете, обнаруживают там кабеля, это самое, или там какие-то зоны, там, не ага, знаю. Ну, я понял, как, ну, там нужно. Брали там ветки лозы. Да, смотреть, там, что там. Сейчас берут там 2 электрода, там, и так далее. Я этой методикой владею. Это, кстати, не у каждого человека, у кого есть сильное биополе, но у меня это получается давно. Есть еще чтобы один. Чтобы понять, если там вода или, например, там кабель лежит. Так вот, есть еще один момент. Есть у нас вся структура Земли, она разделена на какие-то положительные, какие-то негативные зоны. Между прочим. Это... Ну, негативно не будем говорить, энергетически. Я их так называю, да, потому что если человек будет, допустим, спать головой в этой зоне, в негативную попадет, очень будет плохо. Я на своей дочке это увидел, когда я обнаружил эту негативную зону, когда она была маленькая, срочно ее она успокоилась, понимаете? Перестала. Да, то есть это я вот и называю негативной зоной. Так вот, для обнаружения этих негативных зон, обнаруживающий материал крутится против часовой стрелки в негативной зоне. А в положительных, в основных зонах, которые большинство крутит, я вам продемонстрирую после, не будем сейчас терять время, я продемонстрирую, я покажу. Крутится по часовой стрелке. Так вот это, по-моему, что-то все-таки понимание это было, что по часовой стрелке это нормальное обращение, да, а против это уже да. Что-то такое, как левша, но что-то я могу, неправильное. Да, я могу вам сказать, что древние христианские традиции знали и то, и другое. Да. Хождение и ну, так, и это. Я вам да. продемонстрирую, я вам покажу этот фокус. Вот, например, смотрите, вот все храмы устремлены на восток. А если это сам Иерусалим, например, там какой символ в самом Иерусалиме. Но и было как бы престол установлен на восток, так как Христос это солнце правды. Вот такие символические объяснения. Я согласен, Женя, абсолютно с вами согласен. Но все-таки я хочу заметить, что принципиального значения для духу, для спасения человека нет, потому что Бог не обидится. А народ взорвался, не хочет, чтобы да, все да, да, ходите, да, все. Да ходите, как хотите. Вот. У нас, кстати, был случай такой, бабушка одна опоздала на крестный ход и пошла в другую сторону. Тоже всех. Нет, ничего, все было нормально. Четвертый важный такой тоже очень момент, богослужебный. Именно богослужебный момент. Это было пение Аллилуйи. Почему-то
перейдя из греческих древних традиций, у нас сложилось в старообрядческой нашей дониконианской церкви двойное пение «Аллилуйя», сугубое так называемое «Аллилуйя». То есть пелось «Аллилуйя, Аллилуйя». Например, вот заканчивается кафизма, и потом читается «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно на веки веков, аминь». «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже». «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже». Или, например, когда на всенощной поется первая кафизма «Блажен муж и жени иди на совет нечестивый», там в конце поется «И ныне и присно и веки веков, аминь». И продолжается «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже». «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже». «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже». И допевается так. А пелось два раза всего. Ну, это объяснялось как бы восхваление вот двух божественных природ. Божественная и человеческая природа во Христе. А греки решили, что мы, значит, тут скрываем какую-то ересь. То есть, например, что такое «Аллилуйя»? Это «Слава Богу», «Хвала, хвала Богу». Что мы поем два, «Богу Отцу, Богу Сыну», а «Богу Духу Святому» не поем. То есть, троичности нет. Да, троичности нет. А у нас была она, эта троичность. Как она выражалась? «Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже». То есть два раза пелось на греческом, а третий раз пелось на славянском. А у нас нет, у нас сделали теперь три раза «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя» и все равно сохранили «Слава тебе, Боже». Кому четвертый раз поется «Слава Богу»? Вопрос. В общем, короче говоря, в этих бесконечных обрядовых глупостях, какую правую руку поднять, левую там руку поднять, покропить сначала святой водой или помазать сначала маслом, это все магия. И если мы начинаем с вами вот упираться в то, что вот это именно в такой последовательности должно совершиться, а в другой последовательности Господь Бог обидится, то это говорит о том, что мы стали с вами обрядоверами, а духовность саму потеряли. Да, обряд мы сохранили, вот как внешнюю форму, а что к чему, мы уже совершенно ничего не понимаем. И вот это ввели тригубую «Аллилуйю». Вместо двуразового пения стали пятироразового пения. В общем, как это самое в этом бывает в изготовлении ликеров разных. Можно сделать двойную порцию, а можно сделать и тройную порцию, а можно еще и больше сделать. В общем, кому как нравится. Ну и это уже полная мистика, последний вопрос спору. Это именно то, о чем спорили вот люди, собравшись тогда, то есть Никон, Алексей Михайлович, разные протопопы, Аввакумы, да, Сильвестры и прочее, прочее, прочее. Миронов. Да, это вот в чем, о чем они говорили. Вот мы сейчас с вами говорим именно о том, о чем говорили эти люди. Не просто о последствиях всех этих событий и всего, а именно конкретно о чем тема, они разговаривали. Да, они, вот сейчас я дальше затрону тему, о которой ну, практически никто ничего не знает. Только, может быть, сами попы да диакона, вот самые только вот церковные люди, которые этим занимаются. Потому что это определенные такие действия, священнодействия, которые знают только те, кто служил литургию. Что такое богослужение. Ну или какие-нибудь профессора, которые серьезно это читали и изучали. Дело в том, что православная традиция знает много различных форм служение божественных литургий. Вот, например, есть литургия Василия Великого, есть литургия Иоанна Златоустова, есть литургия преждеосвященных даров, есть несколько литургий, написанных Несторием, и еще и прочее, 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 которые уже сейчас не совершаются. Но на всех этих литургиях практически, ну, кроме литургии преждеосвященных даров, первая часть, предваряющая литургию, называется «Проскоминия». Что это такое «Проскоминия»? Мы с вами причащаемся хлеба и вина, преобразившихся в тело и кровь Христову во время литургии. Но для того, чтобы это начать, надо приготовить вот этот хлеб и вино к тому, чтобы на нем совершать богослужение. Как приготавливается этот хлеб? Большая просфора, на ней написано «Иисус Христос побеждает Ника». «Иисус Христос Ника побеждает, победите». Из этой просфоры вырезается квадратный вот такой агнец, который символизирует собой Христа, распятого на кресте, с прободенными ребрами, принесшего в себя в жертву.
С левой стороны от него, вот такой круглый диск, ставится частица воспоминания Пресвятой Богородицы. Она обычно делается такая треугольная и ставится с левой стороны. С правой стороны девятичинная просвора, так называемая. Там вспоминается Иоанн Креститель, архангелы, ангелы, разные церковные деятели. И в конце даже поминается Иоанн Златоуст, который составил эту божественную литургию. Последние частички там кладется. Ну и потом еще две отдельные просворы, которые одной поминают всех за здравие живущих, правящего патриарха, там разных людей, кого хочешь, молишься. И за упокойные рядышком две частички, которые там поминаются все усопшие, умершие. Так вот, как делалось у греков? У греков это все делалось из одной просворы. Была одна здоровенная просвора, и она была такая печатница, как буханка хлеба. И из нее вырезались все эти просворы. И Богородичная, и Девятичинная, и за упокойные, и за здравные, и сам Иисус Христос. А из какой муки? Да, кстати, меня как опытного хлебопека это не интересует. Сразу скажу. Значит, у древних, у евреев был квасной хлеб. И там написано, что можешь ты квасить его изюмом, хмелем. Это значит ячмень. Да, ячмень. Ячменем, там все угодно. Можно было... Вру. Квасной. Женой. Женой. Вполне могло быть. Женой. Да. Или ячменный. Или ячменный. Да, это не имело особого значения. Но потом победила традиция белой пшеничной муки. Да. А у католиков, например, не квасной хлеб, то есть чисто обладки, вот такие, как вот сейчас евреи, то без дрожжей, без ничего, просто как лаваш. Вот, ну, что-то нечто наподобие. Как лепешка, да. А вот здесь был квасной хлеб, в него добавлялось немного соли, как бы соль земли, вот, и этот хлеб, ну, восходил, дрожжевой был, по сути дела, хлеб, и делался он из двух частей. Батюшка. Просвора составлялась нижняя часть, и сверху вторая такая же часть, как бы две природы во Христе, божественной и человеческой. Можно это самое. Ведь дрожжей же не было. Да, дрожжей не было. Солод. Значит, что? Нет, я вам скажу так. Что еще? Значит, основой вот этого вот поднимания хлеба была молочно-кислая бактерия, а не дрожжи. Это совсем другой организм биологический. Ну, а откуда он мог взяться? Она берется только с ржаной муки. Ну, это Поэтому закваска обязательно ржаная. А на ней уже можно делать Известно, Жень, и ячменную, да. И пшеничную. Известно, Жень, и служение на любом виде хлеба. И ржаные, и овсяные. Я понял. Но вот сейчас используется белая мука. Своими руками нащупал. Сейчас используется белая мука и дрожжи. Дрожжи. Да. А белая тогда дрожжи не было. Тогда не было еще. Только природные. Да, вообще даже, да, природные. Тогда вообще винограда-то хмелевая, не было на Руси. Хмелевая закваска да, была. Вот она несет на себе хмель. Природные дрожжи. У нас использовали хмель. Хмель. А там природные да, дрожжи. Да, потому что никакого винограда у нас в помине на не На винограде было. Природные дрожжи. Да. Так вот, значит, и что получилось? Вот это служение на... Потом было еще иначе. Была, например, одна просвора, которую вырезали центральный агнец, а другая просвора, в которой была Богородичная, Иоанна Крестителя, за упокойной, за здравную, из четырех частей состоявшая. И служение получалось на двух просворах, старообрядческое. А у греков так уже не было. У греков это все разделялось на пять частей, на четыре части, раз, два, три, четыре, пять, да, на пять частей, да. И вот на этом начался колоссальнейший спор. Почему? Потому что попы-то все это совершали перед литургией. А это целое священное действие. Берешь специальный нож, который называется копьем, это все разрезается, пробиваются ребра Христу символически. Один же отвоен ребра ему копьем, прободея, аби, изыдя, кровь и вода. И пробивается. Это да, прямо такое настоящая мистика. Мистика. Ну, такое вот мистика. Если вы думаете, что в христианстве нет мистики, есть много, очень много мистики есть, да. Поэтому это все совершается, эти частицы вынимаются. А потом они, все эти частицы, после причастия, все погружаются в кровь Христову, поминовение и всех, и вся. То есть всех поминается весь мир. И это началось между попами распря. Вот именно больше всего на этих просворах, конечно, потому что они каждый совершали это и уже совершали многие годы, совершали эти мистические действия, и для них
перемениться, то есть изменить как-то это было уже даже страшно, кощунственно. Ладно, тут мы что-то говорили там про буквы А, про все, а здесь целое кощунство. Надо вырезать по-другому. Я уже 50 лет служу попом, да, людей причащаю, а тут надо сделать по-другому, это как-то иначе, там сначала так, а потом эдак. И это на попов навело страх, именно на попов. Потому что они стали очень сомневаться в том, что Никон говорил. Это получилось, они отбесали это все, и что это за такое? А в те времена еще всякие юродивые при церквях бегают и прыгают. Да, и кликуши, кликуши всякие, которые поднимали разные шумы. И это самое, да. И вот изменение порядка, я вкратце вам объяснил, если потом захотите, пишите, это я очень вам интересно, могу. Между прочим. Это ни один историк никогда нигде не расскажет. Если вы захотите, я вам потом вообще досконально расскажу, как это все. В это действие можно воду освещать, можно еще в воду погрузить это копье, будет такая особая вода и прочее все остальное. То есть действий таких вот магических очень много в этот момент совершается. А потом это все переносится во время литургии с жертвенника, на котором совершалось, на престол. И на престоле совершается молитва и благословляется вот хлеб и вино, преобразующиеся в тело и кровь Христова. Вас не обвинят, что вы открываете таинство? Это везде есть в открытых источниках, просто оно, да, ничего такого я тайного не рассказал, оно просто, на это не обращают люди, не имеющие к этому отношения, внимания. Вот если вы, например, читаете какую-нибудь статью по физике, например, и идет куча формул, которых вы ничего не понимаете. Вы их пропускаете, читаете просто научно-популярный текст. Также и здесь. Люди многие не знают этого, и читают, и потом пропускают, и дальше идут, дальше читают. А это я именно рассказал, о чем они говорили, чтобы вы поняли суть скандала. Вот представьте, мы с тобой вот сидим, мы с тобой служим два попа. Мы служим уже вместе 50 лет. И у нас все время, каждую божественную литургию мы это совершаем. Мы крестили, причастили тысячи людей. И вдруг нам говорят, надо вот не так все. И у нас, во-первых, сомнения возникают. Это что значит, что мы неправильно причащали? Значит, а если неправильно причащали, значит, совершали кощунственные действия? А может, эти люди вообще не причащенные? Вот. А теперь нам предлагают это делать по-новому, по-другому. А мы 50 лет делали так, а теперь по-другому. Не от сатаны ли это? Что это за такое нововведение? А при этом напоминаю, что почти полтора века вся вот эта вот православная греческая церковь находились в расколе. Нет, в ожидании Христа. Сначала в расколе находились. Да. Сто лет. И потом еще ожидали бесконечно. С 1492 года наступило седьмое тысячелетие сотворения мира, в котором, согласно Иоанна Богослова, Тихо. Приблизительно, то есть, если считать. А народ, будучи вот такой вот в таком состоянии, да еще вот находившийся. Грядущий 1666 год был на пороге. Мы, кстати, тоже сейчас живем еще в седьмом тысячелетии, так что не расслабляйтесь. И представляете, что творилось в те средние века? Они ожидают Антихриста, и в каждом видят Антихриста. Ведь Никона же сразу же объявили все ее. Да. Это вот он, Антихрист. А потом передумали Петра Первого. Да, потом передумали. Значит, суть другая еще. Это, знаете, я всегда, вот когда кто-то сильно, очень сильно держится за обряды, я всегда над ними смешно говорю, вот написано там. Я говорю, у апостола Павла написано, что и в тот день воскреснут мертвые, восстанут и перед Христом, а мы с вами, живущие, в восхищении будем на облаках, в сретении Господне на воздухе. То есть апостол Павел собирался на облаке лететь навстречу с Иисусом Христом, но не получилось. И Христос не пришел, и прошло уже с того времени больше 1500 лет. Я говорю, так что не все так однозначно. Не все так однозначно. Ну вот же я как бы такие самые главные моменты затронул здесь. Очень интересно. А дальше мы будем с вами разбирать, что сделали те, которые считали вот так, с теми, которые вот так не считали. Что по любви ради Иисуса Христа. Я бы, знаете что, батюшка, я бы
попросил вашего разрешения мне вступить вот в это вот еще. Конечно. Но сегодня не могу, потому что очень много времени потрачено, не буду мучить. Наверное, вы мне позволите в следующий раз. Конечно, с радостью. Потому что я кое в чем даже не то что не соглашусь, ваш рассказ был потрясающе интересен, он как бы вписывается в то, что я хотел бы сказать. Прекрасно. Я хотел бы маленько расширить еще и, может быть, как-то такую тему еще затронуть. А сейчас бы, если позволить, я бы еще сказал, вот дополнение. Так, ведь раскол, он такое историческое действие, которое прошло не только, как вот сейчас вот пришел Никон, и вот произошло, нет, конечно, и произошло вот это вот изменение вот этих мы вот устав. Мы с вами в прошлый раз целую предысторию рассказали. Да, предыстория. Я еще пропустил то, что... То, что при Иване III было разделение, произошло разделение такое русской церкви, когда спорили эсифляне с нестяжателями, с заволжскими старцами. Стяжатели и нестяжатели. Там был Нил, а здесь... Да, Нил и Иосиф Волоцкий. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Значит... И этот спор их закончился победой стяжателей эсифлян. Да, власти. И я еще тогда вам сказал, обратил внимание, это предтеча раскола была. И, Женя, мы с вами должны, я если мы к этому напоминаю, вернемся, то надо вспомнить, знаете, когда была предтеча раскола? Это в 12 веке, когда поднялась буря о том, что нельзя с попов брать деньги за хиротонию. И стали убивать тех, кто говорил архиереям, что симония... Это смертный грех, потому что они на этом наживали. И те, Женя, да, именно да. Те стали есифлянами, которые с попов брали за хиротонию деньги. То они же потом ереси жидов. Правильно, вы еще глубже сейчас говорите. А мы с вами эту всю канву, помните, мы с вами обсуждали. Мы ее прошли, да, и я отправляю к нашим беседам. Да, у нас смотрите, это у нас это интересно так рассказано. Я отправляю. И когда раскололась вот эта церковь, понимаете, ведь... Посмотрите, потом раскольники, староверы, они все ушли в скиты, в пустыни. Бежались, да. То есть это отголоски тех старцев, нестяжателей, понимаете? А стяжатели остались при своих имениях. Стяжатели остались при своих вот, богатствах. Вот они стали на сторону вот эту, а те... Так именно, Женя, и есть. Вы совершенно правы. Вот откуда идет. Мы с вами к тому и придем, что революцию-то совершали стяжатели и нестяжатели, которые одни сидели на богатствах, а другие говорили, что надо все разделить и поделить. Мы еще к этой истории. И кончится это еще тем, что это будет иметь основание все в старообрядчестве. Так что вот такие вот серьезные вещи, Жень. Вы правы, вы совершенно правы, что предтечами основными это были споры между эсифлянами и тогда монастырский устав разделился на общежитие. Да, да. Помните, как Макарий-то вводил? А Макарий-то был... Скифском, да. Он был ученик Иосифа Волоцкого. И вот это вот эсифлянство победило при Макарии. Он перевел все монастыри на общежитийные уставы. Дело в том, что, понимаете, государству нужно, чтобы монастыри осуществляли экономические функцию. Да. Сбор налогов, угодья рыбу ловили, а лес вот эти пилили. Вот старцы, которые молятся Богу. Да, деды в лесу, которые Богу будут молиться и которые не строят храмы Христа Спасителя, а что-то говорят о любви, о мудрости, о терпении, о духовности, и они нафиг в яму в монастырскую. Пусть там сидят на хлебе и воде, пока не поумнее. А если не умеет, то порцию все меньше, пока не дойдет. Но почему-то при этом в каждой церкви висит у нас икона Серафима Саровского и Сергия Радонежского. Да. Совершенно четко не стяжатели. Которые как раз вот к Саровскому. Которые скитцы, да, которые как раз близки вот к этому. Ну, что? То есть получается, что вот эта вот стяжательная церковь прикрывается именами, абсолютно именами народных вот этих. Да, вот... так же, как Иоанном Златоустом прикрывались всякие Бармалеи. Златоуста был осужден и проклят, но поняли, что выгодно все-таки ним пользоваться. И опять везде иконы его развесили. Это всегда так, Жень, было. Побеждает рациональность. Не духовное там и правильное, а рациональное зерно. Деньги, власть, оно всегда берет сверх. Еще оно потом, гадина, после этого садится и пишет историю, из которой вымарывает все, что ей не нравилось, а пишет так, как ему удобно.
Вы понимаете, почему тема раскола очень... Для нас это очень важный момент. Мы к ней долго шли. Я думаю, вот я лично так думаю, что она еще до сих пор не кончилась. Еще даже сейчас мы с вами вот несем вот эту какое-то уже остаточные такие явления, но в своей истории оно влияние принимает, проявляет свое до сих пор. Повлияло на характер народный, на народную психологию. Конечно. Конечно. До сегодняшнего дня проявляется, несомненно. Я на следующей беседе начну и попробую вот свое видение так пократче так изложить. Минут 15-20 ложится. Конечно. А дальше мы с вами рассмотрим деятелей еще раскола. Обязательно, да. У нас еще сейчас вот будут... Вот мы как бы рассмотрели идею зачинщиков раскола, а теперь посмотрим идею противников. И противников никонианских идей. Да, да, да. И их судьбу. Да, и что им да, за это дело, за правду им прилетело. Ну, а Вакум был тоже дядя еще тот. Нет, мы не... Мы опять же, ну, знаете, вот я буквально пару слов скажу. У нас любят, либо любят до слез, либо бьют до смерти. Но так не бывает. Нет человека безгрешного. Нет человека, который бы не совершал ошибки. Там любят, например, Жукова возвеличивать. И Жуков совершал ошибки. Да, он величайший полководец Второй мировой войны. Но он тоже совершал ошибки. Ну, где, кто мог? Николай II не совершал ошибок. Или, может, все совершали какие-то ошибки. Апостол Петр Христу обещает Господу Иисусу и Спасителю нашему Иисусу Христу обещает верность. И три раза за ночь отрекается, предает его. Не может быть такого, кто бы не совершил ошибок. Есть где-то недосмотрел, да где-то недосказал. Не я всегда. Про его характер. Ох, был еще тот дядя. Я говорю, это был тот же самый Никон, только с другой стороны. Да, да. Только вот этого не столкнулись. Вот они столкнулись. Спасибо вам. Христос воскресе с наилучшими пожеланиями. Спасибо всем.